Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. В самарских домах на следующей неделе отключат отопление. Жители жалуются на жару в квартирах. Окатили холодным душем, в Самаре моют памятники. Отдыхать готовы, в городе началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Отопление в самарских домах начнут отключать на следующей неделе. Об этом стало известно на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Уже сейчас поступают звонки от жителей с жалобами на то, что в домах стало слишком жарко. Городские власти и теплоэнергетики будут ориентироваться на погоду. Батареи в квартирах самарцев начнут остывать, когда температура воздуха продержится выше плюс 8 градусов в течение 5 дней. И сейчас, когда иногда работники департамента и района тепло. Отопительный сезон не завершен. Отлетел дом. Занимайтесь, как в зимнем периоде. В три этапа моют в Самаре памятники. С наступлением теплой погоды началась работа по приведению монументов в порядок. К 9 мая все скульптуры в городе будут очищены от прошлогодней пыли. За началом работ наблюдал наш корреспондент. Первое – сбить грязь и пыль водой под высоким давлением. Второе – применить специальный раствор. Третье – навести лоск. У фонтана на Осипенко несколько памятников, посвященных Дню Победы. Вот эту композицию защитникам Самары в народе называют «Родина-мать». А вот эта звезда была установлена в честь всех погибших в Великую Отечественную войну горожан. Такие банные процедуры памятникам только на пользу. Это не шампунь. Это специальное средство «Фамир Футур 400», которое является нейтральным по отношению к поверхности памятников – камень, гранит и так далее. На балансе города 46 памятников и скульптурных композиций. Все помоют в ближайший месяц. Особое внимание к монументам, посвященным Победе. К 9 мая их не только отмоют от зимней грязи, но и где надо покрасят, где надо подремонтируют. Памятники, стелы, они находятся не только на открытых вот таких площадях, но и в парках. Они находятся возле общеобразовательных школ, у министерств, ведомств различных. И каждый, конечно, кто его содержит, на чем балансе он находится, конечно, проводит работу по тому, чтобы эти все сооружения выглядели достойно, так, как они должны выглядеть в преддверии Дня Победы. Чтобы эффект от помывки сохранялся дольше, после водных процедур стелы обрабатывают силиконовой протиркой. Делается это вручную, чтобы не упустить ни одного миллиметра. Дарья Булавина, Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События. В Самаре сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества произошла 31 год назад. К ликвидации ее последствий было привлечено более 4000 жителей Самарской области. Со свидетелями страшной трагедии пообщался Андрей Горгуленко. Виктора Кельмешкина в 1987 году через военкомат призвали на ликвидацию Чернобыльской аварии. О последствиях работы в радиоактивной зоне говорить не задумывался. Тогда он вместе со своими сослуживцами думал, что Чернобыль сможет оправиться от трагедии. Мы занимались восстановлением жилых и административных зданий. В общем-то, в то время еще предполагалось, что восстановлено будет там все, налажен быт, налажено житье, работа вся. Но оказалось так, что на многие-многие десятилетия, сотни лет вперед уже этого невозможно будет сделать. О своем участии в ликвидации катастрофы Виктор Кельмешкин рассказал ученикам школы-интерната «Преодоление» и восьмиклассникам 121-й школы. Ребята посмотрели фильм и узнали, что если бы не героизм, мужество и самоотверженные действия ликвидаторов, то пагубные последствия катастрофы могли быть еще больше. Обязательно нужно помнить об этом подвиге, обязательно нужно это все как-то вспоминать, вовремя доносить. И потом очень детям интересно, вот классные часы, уроки мужества, они настолько всегда трогают. Руководители Самарской общественной организации «Союз Чернобыль» встретились в Министерстве соцзащиты. Вот уже 10 лет такие встречи дают возможность не только вспомнить тех, кто не дожил до наших дней, но и поговорить о том, с какими проблемами сталкиваются чернобыльцы. Мы сейчас будем рассказывать, будем объяснять на примерах. И если вы с ними пообщались, они должны были прийти к нам все с квитанциями, чтобы на примерах
расчета и оплаты за жилье и компенсации, соответственно, каждому из них, они могли бы другим своим коллегам разъяснять. Органы социальной защиты населения Самарской области сегодня поддерживают более 2000 граждан, подвергшихся воздействию радиации. Четверть из них инвалиды, остальные – участники ликвидации и их семьи. Андрей Горгуленко, Станислав Левин, Константин Головин. События. 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники пройдут 9 мая по площади Куйбышева. Самара готовится к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Пропуск на площадь из соображений безопасности будет только по пригласительным. Они распространяются через районные советы ветеранов и военно-патриотические клубы. К параду могут присоединиться все желающие самарцы и пройти в строю бессмертного полка с фотографиями своих родственников, погибших на полях сражений. Сбор участников шествия до 10 часов 15 минут на улице Молодогвардейская, в границах улицы Некрасовская и Ленинградская. Сразу хочу всех уведомить и всех обрадовать, что никакой регистрации на бессмертный полк у нас проходить не нужно. Все, что необходимо, это изготовить бесплатно портреты участников Великой Отечественной войны, изготовить портреты, прикрепить ее на плотную основу, палочка-держатель, и прийти в свободном режиме 9 мая с 9 часов. Вечером на площади Куйбышева пройдет концерт, он начнется в 18 часов. На сцене выступят лучшие творческие коллективы области и города. Завершится все праздничным салютом. Насыщенное лето предстоит самарским детям. Клубы по интересам, спортивные соревнования, праздники и оздоровительный отдых. В городе началась подготовка к летней кампании. 178 пришкольных и 10 круглосуточных лагерей примут более 100 тысяч школьников. Как идет работа, расскажет Марианна Мирная. Пришкольные, загородные, палаточные. В лагерях Самары этим летом отдохнут больше 100 тысяч школьников. 178 лагерей с дневным пребыванием и 10 с круглосуточным. В год экологии на их базе планируется проведение профильных смен, а также посвященных чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Особое внимание безопасности напомнил всем профильным департаментам глава Самары Олег Фурсов. Тема важная. Значит, нам, кроме общего развития детей, да, нам очень важно обеспечить безопасность. Поэтому это вопрос первоочередной, вот ко всем тем, кто владеет лагерями, да, значит, это первоочередной вопрос. Здесь никакие меры не могут быть лишними. Поэтому все, что было в прошлом году, надо повторить, в том числе и раскрепление руководителя ГРБС за этими лагерями. Проехали, посмотрели, встретились с молодежью. Нужно быть в контакте с этими детишками обязательно. Проанализировать печальные случаи прошлогодние по субъектам РФ, Лилия Викторовна. Все это в виде методички, так сказать, распространить. Значит, лишним не будет. Не менее важен и вопрос обновления материально-технической базы лагерей. В этом году отремонтируют 7 жилых корпусов и мест общего пользования в Волжском Артеке, а его вместимость увеличится на 40 мест. Воспитанием школьников будут заниматься подготовленные люди. Мы сегодня проводим специальную курсовую подготовку, это школа вожатых. Мы проводим инструктивно-методические семинары для педагогов, которые будут организовывать работу летнюю по месту жительства. 28 апреля пройдет заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. И все проблемные вопросы дополнительно еще раз смотрим. Кроме отдыха, не забыли и о занятости детей. За счет средств бюджета города и субсидий из регионального бюджета во время летних каникул трудоустроят более 2500 подростков. Кроме того, в июне-августе запланирована работа школьных бригад общественно-полезной деятельности. Всего к работе будут привлечены почти 30 тысяч учащихся. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по статье убийства еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. Установлен подозреваемый, мужчина 1988 года рождения. Он дал показания о причастности к совершению преступления и показал место, где спрятал тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 20-летний самарец стал фигурантом уголовного дела из-за шутки о бомбе. Вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что около памятника на площади Куйбышева находится пакет со взрывным устройством. Ничего подозрительного эксперта не нашли, зато установили номер телефона, с которого поступил звонок.
Силовикам молодой человек рассказал, что вечером он в одиночку употреблял спиртные напитки. Опьянев, юноша позвонил в полицию. Теперь молодому человеку вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет. В Самарской области будут судить женщину, которая держала приемного сына на цепи. 44-летняя жительница деревни Колыбеловка жестоко обращалась с ребенком, находившимся у нее под опекой. Она пристегивала цепью 9-летнего мальчика на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться. Об этом полицейским сообщил сосед. После этого мальчика незамедлительно изъяли из семьи. Строительство стадиона «Самара-Арена» ускорят с помощью нового крана грузоподъемностью 350 тонн. Новый кран, сборка которого закончится к концу недели, будет уже 8-м, который задействуют в стройке. Он позволит рабочим осуществлять монтаж металлоконструкций межконсольного пространства. И закончит все работы уже летом 2017 года. Пока же из 96 консолей установлены только 55. В праздничные дни изменится расписание речных трамвайчиков. 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая, 10 и 11 июня все рейсы будут выполняться по расписанию субботы, 1, 9 мая и 12 июня по расписанию воскресенья. В остальные дни трамвайчики будут ходить без изменений. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим выпускам. Здравствуй, умытая Самара! Городские улицы почистили с шампунем. Ловили осетрину второй степени свежести на прилавках. В самарских магазинах искали просроченные товары. Чистый квест. Молодежь против незаконных объявлений на фасадах. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи!